приказ от 24 июня 2017 года. В соответствии с законом об образовании Российской Федерации и на основании решения педагогического совета гимназии считать окончившими среднюю школу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии номер 1 города Владивостока 80 учащихся 11 А гуманитарного класса, 11 Б класса математики и компьютерных технологий и 11 Б химико-биологического класса. Параграф 1. В соответствии с решением Департамента образования и науки Приморского края вручить аттестат о среднем общем образовании особого образца с отличием, похвальную грамоту за особые успехи в изучении отдельных предметов Вовченко Дарья. Я поступлю в МГУ Московский и буду учиться на специальность биоинженерии и биоинформатика. Через будущем я буду работать в компании Genentech и получать порядком несколько сотен тысяч рублей. Я надеюсь. Параграф 2. Вручить аттестат учащимся, освоившим образовательные программы среднего общего образования с высоким баллом, похвальную грамоту за особые успехи в изучении отдельных предметов. Кондратенко Елизавете. Хочу поступить в ТГМУ на специальность лечебное дело. Через 30 лет я думаю, что буду жить во Владивостоке, работать врачом и зарабатывать неплохие деньги. Планирую поступать в медицинский на лечебный факультет. Через 30 лет я буду врачом и буду принимать пациентов. Я думаю, я буду жить в России и зарабатывать тоже в России. Я думаю, что моя специальность будет узконаправленная, поэтому я смогу обеспечить себе и своим детям достойное существование. Thank you.
отлично похвальную грамоту за особые успехи в изучении отдельных предметов. Бабицевая Аня. Хочу поступить в ТГМУ на лечебное дело. Через 30 лет вижу себя хорошим врачом, специалистом. Надеюсь, что удастся попутешествовать. Очень хочется купить дом у моря. Бровкину Александру. Сейчас я заканчиваю школу и собираюсь поступать в медицинский институт на специальность лечебное дело. Через 30 лет я вижу себя успешным хирургом, счастливой семьей, хорошим заработком и здоровьем. Буду поступать в ТГМУ. На специальность нейрохирургия. Через 30 лет я себя вижу, будем надеяться, выдающимся нейрохирургом, который живет в центральной части России, Москва-Питер. Вот. Работает по своей специальности. В ДУФУ на специальность инженера-строителя. Буквально через 30 лет я вижу себя в Москве на стройке. Поступить в ДУФУ, в школу биомедицины, на факультет лечебное дело. Через 30 лет я себя вижу врачом, работающим в Германии, имеющим свою клинику. Вот. Хочу иметь большую семью,
Хочу, чтобы мои родители жили тоже в Германии, чтобы бабушки, дедушки тоже там же жили. Вот. Хочу много путешествовать, видеться со своими одноклассниками, бывшими на то время. Хочу вырастить детей и отдать их в престижный вуз и быть хорошей бабушкой. Могильному Андрею! Поступаю в военно-медицинскую академию в Питере. Буду через 30 лет военно-полевым хирургом жить в Питере и специалистом по классической кардиохирургии. Хочу поступить в университет ТГМУ на лечебное дело, и лет через 30 я вижу себя успешным косметологом. Буду жить, ну, скорее всего, в Владивостоке, где-нибудь возле моря, в красивом доме, и у меня будет 3 детей и хороший ответственный муж. Собираюсь поступать в ДВФУ на юридический факультет. Через 30 лет планирую жить во Владивостоке, заниматься юридической деятельностью. Я собираюсь поступать в РГМУ в Санкт-Петербурге, и я собираюсь стать метеорологом. Через 30 лет я вижу себя живущей в Санкт-Петербурге с 2 кошками, и я буду работать метеорологом, и еще я буду читать много книг, у меня будет огромная библиотека. Собираюсь поступать в медицинский университет во Владивостоке или куда-нибудь в другой город. Это будет зависеть от того, как я сдам ЕГЭ. Через 30 лет я вижу себя успешным врачом и женой, мамой, как минимум уже 2 детей. Параграф 4. Вручить аттестат учащимся, освоившим образовательные программы,
удовлетворительной оценкой. Тут кавалерия. Поступать в ДФУ на психолога. Через 30 лет я вижу себя с большой семьей, в большом доме, с внуками, наверное, уже. Нет, еще, наверное, без внуков. Но, может быть, уже с внуками. Вот. С мужем, с любящей семьей большой, да. Вот. В городе, скорее всего, в Владивостоке, потому что я очень люблю наш город. Я даже уезжать отсюда не хочу. Артемида Алина. Поступаю в ТГМУ на личфак, заканчиваю обучение успешно, иду на высокооплачиваемую работу, и все будет у меня хорошо. Поступаю на нефтехимическую специальность в ДФУ. В будущем планирую стать директором какой-нибудь компании. Собираюсь поступать в ТГМУ на клинико-психологический профиль. А через 30 лет я вижу себя удавшимся бизнесменом, с офигенным хобби, с семьей. Заканчиваю 11 класс, могу полететь в Москву поступать на архитектора, либо в ДФУ пойти. Хочу открыть свой бизнес, хочу открыть заправку или автомойку. Дядя Дмитрий!
поступать буду в ВГУЭС на специальность психологии. Через 30 лет я себя вижу, не знаю, успешной, наверное, женой там. У меня будут дети, семья хорошая, работа, возможно. Вот. Где? Да. Ну, можешь жить. Жить, возможно, в Владивостоке, может, за городом. Ишутиной Валерии. Я хочу поступить в ТГМУ и стать педиатром. Хабанову Ивану. Собираюсь поступать в Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. В дальнейшем, ну, вижу себя врачом, в частности хирургом. Через 30 лет, ну, дожить бы, если честно, эти 30 лет. Но хочу видеть себя успешным врачом, успешным практиком в своей области и специалистом. Жить собираюсь во Владивостоке, но возможно, поеду в Центральную Россию или в Сибирь, ну, на обучение в Новосибирск или в Сургут. Климан Галилов. Поступаю в секретное учреждение. Через 30 лет не скажу, где буду жить. Вот так вот. Все. Поступать в ДФУ на тренера. Через 30 лет буду успешным человеком. Я даже не знаю, что еще думать. А жить буду в Владивостоке. Ну, скорее всего, еще и в Москве. Thank you.
собираюсь поступать в ДВФУ. Ну, на первый курс, а после я отучусь первого курса, поеду в Москву. Скорее всего, буду жить там. И через 30 лет я вижу себя, наверное, адвокатом. Ну, или второй вариант, я просто пойду за отцом, приеду в Владивосток и буду укладывать асфальт. Университет ДВФУ по специальности дизайн. Собираюсь поехать в Москву, там работать. Елена Ивановна! Тихомирову Сергею! Собираюсь поступать на компьютерную безопасность в ДВФУ специалитет. Через 30 лет я вижу себя серьезным и отличным специалистом в своей области, который готов служить Отечеству. Я собираюсь поступить в ФУ на факультет прикладной лингвистики. Через 30 лет я буду жить в Москве. Шадрину Егору! В будущем собираюсь поступать на химика, становиться химиком, продвигать науку. Все дела. В будущем собираюсь жить в Питере, работать где-нибудь, ученым становиться, возможно, даже. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия номер 1 города Владивостока Елена Евстафьевна Артеменко.